Всем привет, дорогие мои! Обещала трехдневный отзыв о линейке Miss Skinny. Линейка клевая, классная, мне понравилась, но есть некоторые нюансы. Поэтому сейчас я вам покажу для начала свой уход, для того, чтобы мы уже с вами полностью все посмотрели, потому что меня часто просят, что Аня, покажись. Ну, в смысле, как ты ухаживаешь и так далее. Нисколько не жалко, просто иногда бывает как-то вот, ну, забываю, что ли. Порой вспоминаю, думаю, блин, я уже умылась. Так, ну что, берем ватных дисков. Ватных дисков в кучку малу. Ну, первое, что я делаю, это я снимаю, если уход сухой. Вот я в душ ходила пару часов назад. Потом мы ездили сдавать декларацию налоговую. Ой, миллион, 1 600 000 рублей мы заплатили налогов по 6% системе налогообложения. Я сегодня шла такая, ну, не очень-то приятно, потому что дороги в Кирове ужасные. Куда они вообще деньги девают, я ничего не понимаю. Хоть бы нам площадку новую детскую сделали, да, то есть, ну, хоть что-нибудь бы. А то так сидишь, думаешь, что такое? Платишь который год и ничего. Кстати, по поводу мицеллярной воды, вот этой вот, очищает она отлично, хорошо, мне понравилось, конечно, она идет 150 миллилитров, такая вот водичка, называется кислородное дыхание 4 Tedarge Toxiology, артикул 0253, описание у нее, конечно, шикарное, и когда она была по распродаже, я не то чтобы, что вот дешево, решила ее заказать, а то, что, честно-то сказать, я не подумала о том, что давно ее не заказывала, думаю, дай попробую, посмотрю, я уже ее не помню, потому что у меня бывает, что люди спрашивают. Я могу сказать, что она очень хорошо с первого раза все убирает, просто шикарная, и прям никаких нареканий нету, но вот, к сожалению, да, к превеликому, к моему, она, если сильно влажная ватка, то она пощипывает и раздражает глаза, поэтому я ее дорасходую. У меня еще одна баночка осталась, и все-таки я перейду обратно на вербену, хоть и у этой запах мне больше нравится. Вот, хочу еще заказать биомику, хочу еще ее попробовать. Ну, по идее, больше у меня, конечно, умывалочки уходят, нежели, смотрите, прям хорошо очень очищает, прям начисто, начисто кожа. Что мне понравилось в ней, ну, прям отличная, мягкая, она клевая, классная, но не для глаз. Вот я снова заказала, получается, вербену, и будет все-таки она у меня. Будет все-таки она, чтобы не было у меня никаких абсолютно проблем. Кошка там спит. Не разбудить. Далее что я делаю? Очищающее молочко вербена, клевое, классное. К сожалению, старые и новые версии очень друг от друга отличаются. Вот это у нас получается новая версия, как вы видите, она идет 100 мл, а старая версия, она идет 150 мл. По ценнику, к сожалению, не скажу, но я от нее не откажусь, даже если она стала меньше объемом. Она реально классная, реально крутая, она просто суперски снимает раздражение, мне безумно нравится, и ее нужно совсем немножко, вот она долгоиграющая, очень хорошо очищает, просто великолепно. И, честно сказать, у меня после нее уходит все-все раздражение. Бывают моменты, когда я устаю, ленюсь и, ну, как бы не наношу ее вторым слоем после мицеллярки. Все-таки есть какие-то высыпания, да, когда после мицеллярки сразу тоник, да, вот это вот все. И вот тут вот у меня внизу начинается различное воспаление. И все. Я хожу недовольная. И вот сейчас вот я пропустила несколько дней. Вот еще пропила молочку. И получилось не очень хорошо. Далее убираю все это салфеточками. У меня многоэтапный уход. Потому что мне уже 40 лет практически. Поэтому я стараюсь за кожей смотреть. Не натягивая. Снимаю сначала этот слой. Но это только дни, когда я в душ не хожу. Все-таки волосы вот я выпрямила, по-хорошему их сделала. И очень сложно их собрать потом. Опять сжечь на следующий день. Я это дело не люблю, потому что с нашими средствами для укладки у меня укладка может продержаться и 2 дня, и 2,5 дня. Было такое, что мы были в поезде 3 суток. У меня 3 суток классно продержалась укладка. Я, конечно, не хочу порой, вот знаете, вот такие моменты, когда
сходила в душ частично, и волосы вот так вот от влаги. Да, потому что я, к сожалению, пережженная блондинка. Далее идет тоник у меня обязательно. Артикул 28-21. Тоник вообще шикарный. Мне он очень нравится. Тоник гиалуроника. Так. Им я очень тщательно протираюсь. Можно сказать, снимаю остатки мицелл, остатки различного моющего. Еще раз прохожусь тыльной стороной ватки обязательно. А потом обязательно прохожусь второй раз быстренько, для того, чтобы уже точно все было чисто. Тоника у меня уходит много, кто смотрит мои пустые баночки. У гиалуроники просто обалденный аромат. Чем он мне понравился? Тем, что вот эта вот легкая такая, знаете, приятная свежесть. Как будто сидишь на балконе где-нибудь на Мальдивах. Вот на Мальдивах так вкусно пахнет. Так, дальше. Что мы с вами будем делать дальше? Не знаю, есть это на сайте еще или нет, но мне очень нравится кислородный бустер. Артикул 5799. Он у меня практически уже заканчивается. Кто есть, то нету. Классное вообще самостоятельное средство. Его можно наносить вместо крема, как будто, знаете, тонизирует кожу. Вот я его всегда наношу после тоничку, чтобы потом нанести крем. Не знаю, есть он или нет. У меня еще есть один в запасничках. Вообще, вся линейка Вербена и Global Oxygen и гиалуроника мне понравилась. Гиалуроники мне не понравился только увлажняющий гель, потому что он скатывается потом, и получается невозможно, абсолютно невозможно сделать макияж. Неудобно. Тональный крем наносишь, он кусками кладется, причем любой, даже самый-самый лучший. И это, конечно, не есть гуд. Так, далее я сначала наношу сыворотку Miss Skinny. Как правильно я поняла, сыворотка для глаз, она идет как первый слой. Я сейчас смотрю всех косметологов, вот это такие капельки, как водичка. Видите, как водичка. Я сейчас смотрю всех косметологов, и они говорят, что сначала они наносят сыворотку, а потом они уже наносят, получается, сам крем для век. И 3 дня, попользовавшись этой линейкой, могу сказать, что действительно взгляд, сам взгляд, он стал намного свежее. И даже если были какие-то лапки, вот наморщиться, нащуриться, какие-то лапки даже если были, то куда-то вот они задевались абсолютно. Причем даже если я сильно морщусь, их не сильно видно. Вот, то есть получается как бы, ну, хорошо. Да? Для 40 лет, я думаю, хорошо. Взгляд все равно свежий, открытый, приятный. Единственное, что с шеей нужно что-то мне там поделать. Наверное, в салон надо сходить. Нормальные люди раз в неделю в салон ходят. Вот у меня, допустим, подружки. А я что-то вот нет, не хожу. Следующий момент, это идет крем для кожи вокруг глаз. Ну, аннотация на него богатая, как вы видите, я его потратила. Не совсем поняла, для чего эта подушечка нужна. Что тут подушечка есть в составе. И вот эта вот сама по себе подушечка, я бы вот не хотела, да, допустим, этой подушечкой пользоваться, в плане того, что даже это не так гигиенично, на мой взгляд. Впитывается сыворотка мгновенно. Вот я пока, сыворотка для глаз, впитывается мгновенно. Я пока с вами болтала, наносила, все, сыворотка уже впиталась. То есть мне это нравится. Вот. Значит, так вот я глазки повтираю. Вот тут надо надавливать. Римма Корнеева сказала по бровям вот так вот. То есть раньше я вот так наносила, но Римма Корнеева, наш дерматокосметолог, сказала, что нужно наоборот делать, потому что лимфа так идет. Ну, хорошо. Дальше я беру вот такую сыворотку. Артикул 0976 у сыворотки. Тоже она идет такая прикольная. Она уже будет погуще. Ниацинамид препятствует образованию пигментных пятен, морщин. Фильтрат бифидобактерий создает поверхность кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры. Карнозин предотвращает реакцию гликозирования, тем самым замедляет старение. Комплекс пептидов предотвращает появление морщин и уменьшает их видимость. Она должна уменьшать видимость. Вот такая вот она, клевая. Так, не налить бы много, да, но это мне, вот я так распределяю ее. Вообще, я уж постеснялась раздеваться на весь YouTube. Как мы с девчонками смеемся. Не в том мы возрасте, не в том мы статусе, да?
На самом деле я ее наношу до груди, поэтому тратится она, ну, реально хорошо так тратится. Впитывается мгновенно. Одной сывороткой сыт не будешь. То есть она вот сейчас у меня впиталась, но, как вы видите, прям липнет. Как бы липнет, и это чувствуется. Вот эта вот липкость, она прям прилипает к ладошке, но она быстро уходит. Если раньше я гуаша привыкла делать массаж на сыворотку, потом кремчик наносить и кремчик довтирать, то эта сыворотка, она не даст. Кожа полностью, кожа просто будет растягиваться, получается. Так, дальше. Плёр крем завтра покажу, потому что на ночь он мне не нужен. Дневной крем тоже покажу чуть позже. Я сейчас поставлю это видео, ну, грубо говоря, на паузу и с утра доснимусь. Вот такой будем крем с вами смотреть. Такой вот клёвой упаковочке. Это ночной крем для лица. Состав идентичный предыдущему. Плюсом тут есть экстракт зерен овса, который обладает увлажняющими и укрепляющими свойствами. Артикул 1372. Очень нравится тюбик, что можно вот так ставить и расходовать крем до конца. Мне это очень нравится. Очень нравится то, что можно выдавливать, потому что это более гигиенично для вот, лично вот для моей кожи. Почему? Потому что у меня чуть что, сразу прыщик. Она у меня очень капризная. Выдавливается он такой вот тонкой струйкой. Так, сколько я там выдавила? Многовато, наверное. Выдавливается вот такой вот тонкой струйкой. Вот столько я за 3 дня, можно сказать, израсходовала. Видите, он давился уже. Понравился крем. Запах у него, кстати, какая-то такая дороговастенькая парфюмерная душка. Я бы вам могла сказать, потому что мне он понравился. Прям понравился. Прям супер, просто супер. Угу. Губы тоже смазываю, все смазываю. И... ручки. Люблю мазать ручки, поэтому у меня кремов для рук в пустышках очень безумно мало, потому что я такая вот. Беру гуаша, она продается одна штучка на сайте Faberlic, причем они приходят разные, и начинаю вот так вот помогать кремчику, чтобы он впитывался, потому что вот эти вот брылинки, они, к сожалению, у меня ярко выраженные. Ну, что делать? Поэтому так вот сижу, катаю потихонечку. Могу посмотреть, меня часто спрашивает моя структура команды, а как-то я сняла видео, посмотри, пожалуйста. И я сижу вот так, минуты 3-4, могу видео смотреть. Эту складку все время разглаживаю. Где она? Вот она. Плохо на камеру видно. И, кстати, разглаживается гуашиком. Больновато, конечно, но хорошо разглаживается, потому что куда вы денетесь от этого? То есть можно таким образом просто расслаблять лобик вниз чуть-чуть, вверх посильнее, чуть-чуть посильнее. И вот так вот. Это значит, мы гоним вниз, лимфу всю мы гоним в это дело. Тут можно посильнее, не жалеть, чтобы больно было, но чтобы не было синяка. Мне сюда как-то кололи липолитики, мне ужасно не понравилось. Я говорю, слушай, какая есть, такая есть. Люблю покушать, пусть будет так. Вот, значит, так погоняла. И потом легонечко помассировала лимфу. Прям легонечко. Да, мы с дочкой так рисовали сегодня. Я не могу отмыть фломастер, чтобы оно все ушло с лица. Ну и с утра также делаю, потому что каждый день так вот кожу растягивать, натягивать подолгу я не хочу. Я читала где-то, что это очень как бы вредно подолгу растягивать, но все равно по массажным линиям крем нанести хочется. Так, значит, вот это мой первый этап. Могу сказать, что мне очень нравится крем, очень нравится аромат, очень нравится уход. Крем, как вы видите, он чуть-чуть, ну вот если нос посмотреть, да, он слегка блестит. Но ничего страшного, я считаю, в этом нет. Я уже дома. И как бы все. Ночной уход, пожалуйста. Есть ощущение теплоты, но греет так очень слабенько. Это во-первых. Есть ощущение того, что быстро впитывается. Это во-вторых. Ощущение того, что макияж кладется нормально, ничего не скатывается. Мне тоже понравилось. Даже если я наношу вечерний уход, ничего не скатывается. Абсолютно ничего не скатывается. Даже в тех местах, где перебор, оно может скататься. Вот я, да, видите, оно может скататься, но абсолютно чуть-чуть. Это можно просто, вот видите, я к лимфе погнала, лимфу погоняла, и вот тут вот у меня скопился. Я вот так просто сухой ваточкой убираю, и вот чуть-чуть, несколько катышков я могу найти после массажа уже, да. Но
Это вообще ерунда, потому что мы тут ходили в ресторан, и я после душа нанесла уже вечерний уход и вот этот вот крем-блер. У нас было 13 лет совместной жизни с мужем. И я вот нанесла вот этот блер на ночной крем. Зачем нам SPF 30 днем, да? Потому что дневной он SPF 30. И, знаете, очень хорошее ощущение. Во-первых, вот этот блеск, который еле-еле, он, кстати, уходит. Он перекрыл блер крем. Во-вторых, тональный лег. Его совсем надо было чуть-чуть, и ты уже свежая и молода. За плечами был, ну, такой не очень простой день. Потому что надо было Викусю собрать, заплести. Катюшу там, подарок купить мужу. И друзей мы всех собрали, в номере долго просидели. И могу сказать, что очень хорошо, тон не потек, ничего не потекло после ночного крема, хотя он не такой жирный и питательный, как все остальные кремы, ночные маски, ночные сыворотки, кремы, он менее такой, вот знаете, прям такая консистенция у него, ну, приятная, он быстро заходит в кожу, но если вы как бы слишком много нанесете, да, пожадничаете, вот, например, сегодня я слишком много нанесла, есть люди, кто еще больше наносит, у меня подружка, я ей говорю, куда ты столько льешь? Я говорю, это же вредно, ты все поры, ты все закупорила. Я говорю, это во вред тебе пойдет. Опрыщаешься, говорю, ты что хоть такое-то? Говорю, перестань, говорю, два раза меньше надо, а то и в три. И если слишком много, он будет скатываться, я вам серьезно говорю. Есть, конечно, кремы, которые вообще, хоть какой слой нанесите, хоть блин у вас будет на лице блестящий от кремов, ничего не скатывается. Этот он может скататься, но если только будет перебор. Если будет недобор, будет тоже слишком мало, то будет ощущение того, что все-таки слой сыворотки, да, сначала, потом у меня идет слой бустера, не забывайте, потом слой еще ночного крема. Даже если по чуть-чуть, он прямо мгновенно кожу съедает и говорит, о, ням-ням-ням, добавь еще чуть-чуть. Но если у меня даже есть такое ощущение, что мне его не хватило, я добавляю только вот в эти места, где сильные крупные поры. Я думаю, вот их видно, если вот так поделать. Вот эти вот проблемные места, я вот тут могу еще чуть-чуть добавить. Все, кожа больше нигде не просит. Ну все. Вечернее видео окончено. Ждем дневное. Это видео я уже снимаю из Москвы. Нас позвала компания на съемки. Поэтому такой усталый у меня вид, если честно. Потому что ехали мы на поезде. Я везде, где можно поехать на поезде, стараюсь избегать самолетов. Ну вот, грубо говоря, вот так. Продолжаем с вами тестировать нашу линейку Miss Skinny. Это уже пятый день тестинга. И могу сказать, что она мне действительно очень-очень нравится. Я опять-таки беру мицеллярочку. Вербена вот такая маленькая, 0,987, 100 миллилитров. Набираю ее и по-хорошему смачиваю, прям мощно так, и протираю лицо. Резинку забыла, сейчас буду забирать волосы. Протираю таким образом, ну да, наделала ж я делов. В пояс я наносить косметику не стала, потому что мы выезжали в 20:30 по Москве и приехали уже в 9 утра. В 9:40 сразу же сели в такси, приехали в номер. Поэтому просто сделаю уход и поведем сейчас дочку кушать младшую. Старшая уже к подружкам убежала. Очень нравится забирать волосы. Таким образом удобно накрутил и застегнул шпилькой из кисточки. Делаете так? Кто так делает? Я умею и вилкой, и ложкой, и чем угодно. О, красота. Зато ничего не мешает. Согласны? Ну что ж, мицеллярная вода закончилась. Идем с очищающим молочком обязательно. 0,971. Как обычно, наношу на руку. Немного, но достаточно. Честно скажу, объелась я сладкого в поезде. Вика капризничала, пришлось ее порадовать. И много чего купили. А я, если вижу, я удержаться не могу. Да, от сладкого у меня бывает сыпь, к сожалению. А БАДы с собой я никакие не взяла. По той простой причине, что думала, что а зачем БАДы? Я могу ничего вредного и не кушать. А в итоге показалось, что... Оказалось, вернее, что могу. Увлажняющий тоник гиалуроника. Так, я прям сдабриваю 4 диска. Люблю прям по 2 раза протирать лицо. Диски с обеих сторон, чтобы тоже были пропитаны, но чтобы с них не капало. Это следующий этап. Очень многие косметологи говорят, что крем без тоника – деньги на ветер.
А я считаю, что без тоника и очищения деньги на ветер. Потому что если поры забиты какой-нибудь пакостью, то, конечно, сложно, очень сложно пробиться, получается, крему в кожу, чтобы ее подтянуть. Согласны? Я считаю, что очень сложно. Так, переворачиваю. Вот такая красота. И сейчас тот же самый год уход. Так, косметичка у меня громадная. Что я с собой взяла для свежести лица, для съемок? Это такая вот шикарнейшая маска с артикулом 0234. Она реально шикарная. Также я взяла с собой коллагеновую масочку погулять, артикул 0461. Также я взяла с собой обновляющую маску ретинол 2070. И взяла с собой питательную маску авокадо. То есть вот, вот такой вот списочек взяла. Так, дальше. Всю линеечку я взяла с собой. Косметичка вместительная. Едем всего на 4 дня. Багаж у меня был полупустой. Поэтому все могу продолжать тестировать дальше. Итак, сначала сыворотка для век, как обычно. Несколько капелек сыворотки для век. Ну, вот такими массажными движениями наношу. Потом сразу крем для век и дневной. И нанесем с вами еще блер. Я буду надеяться, что меня хорошо видно. Так, крем для век я беру вот так, потому что мне эта штучка неудобна. Я так и не поняла, как ей пользоваться. Прямо хочется еще, знаете, патчами сверху пришмандорить, потому что что-то как-то очень неудобная была подушка. Мы снимали купе, вообще ничего не было, кроме купе, и прям я текла. Но зато Кате повезло в купе с соседкой, нам не повезло. Мы все вчетвером просто были. Кремом для век люблю еще губы смазывать. Как-то губы тоже лучше становятся на вид. Так, ну и берем SPF 30. У нас с видом на Москву Сити. Да, сейчас вам покажу. Ну, там чуть-чуть сквозь шторы видно. Позже встану, сниму. Конечно, очень красиво. Итак, SPF 30. Крем дневной для лица. Он идет с эффективными солнцезащитными фильтрами, которые препятствуют появлению пигментации. Мне это, к сожалению, нужно. Я вам рассказывала, что я делала фотоэпиляцию в зоне, да, вот тут вот в этой зоне делала фотоэпиляцию, мне не понравился пушок, и после этого вышла на солнце, и у меня вот тут вскочила пигментация, которую я сейчас пожизненно замазываю, и ICLU мне помог ее убрать, но время от времени, когда солнце, куда-то мы едем, она возвращается. Особенно она у меня очень сильно вылезла после 2 месяцев отпуска в прошлом году. Я ее прям уже сидела и так вот не хотелось царапнуть. Прям такое пятно было большое. Но сейчас оно ушло, слава богу. В составе также имеется фильтрат бифидобактерий. Он создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры. Защищает кожу от повреждений, вызванным световым загрязнением. Масло ши увлажняет и дарит коже энергию на весь день. Вот такая вот классная штука. Но, конечно же, сначала сыворотку. Функция сыворотки – это питать, убирать морщины и так далее. Да? Сыворотку помните, 0976 для лица. У меня сегодня будет такая вот сыворотка. Это немного, потому что я наношу с шеи, лоб, щеки. И она очень быстро впитывается. Поэтому мне кажется, что, как обычно, крем дневной, ночной – это одно. Сыворотки, чтобы все протестировать и чтобы сыворотка не закончилась, маловато нанесла, абсолютно маловато. Мне кажется, что нужно 2 сыворотки, да, чтобы израсходовать и день, и ночь, надо 2 сыворотки. Если крема для век хватает, то сыворотки нет. Так, гуашиками тут, наверное, не поводить абсолютно. Нет, туговато, видите. Потому что сыворотка вообще мгновенно впитывается. Мне это, конечно, очень нравится, но, знаете, хочется лимфу подубрать, потому что реально встала и такое чувство, все прям затекло. Далее, дневной крем. Во-первых, он очень тугой, видите, он еле-еле выдавливается, прям тугущий. Видите, он как кладется. Вроде бы кажется куча такая, на самом деле его тут немного. Это артикул 1373. Упаковка удобная, плоская, стоит клево, все замечательно. Начинаем по пальчикам распределять и наносить.
Это чистой воды SPF-ка с ухаживающими компонентами. Я уже у себя одну SPF-ку скрыла после прошлых поездок. Почему? Потому что не знала, что этот придет, поэтому у меня теперь две SPF-ки открытых. Ну, что могу сказать? Сыворотку для лица я буду заказывать точно, потому что, ну, никак тут по-другому. Что могу сказать про крем дневной? Мое мнение. Наносится он туго. Вот он такой, знаете, какой-то вот тугой, что ли. Он не так, что вжих-вжих размазал и все. Он реально такой какой-то туговатый, немножечко похож на какой-то вот, не знаю, пластилин, что ли. Но очень сильно мега мягкий. Вот в таком плане я бы так выразилась. Потому что ощущения как бы такие интересные очень. Но я много наносить не буду, потому что еще блер будет сверху, но SPF-ка нужна. Что не нравится, SPF-ка, она очень сильно, мега сильно блестит, обратите внимание. Я прям вся блещу, даже вот эти вот припухлости, вот тут вот, видите, отек после поезда, прям его видно. Вот эта SPF-ка, да, даже если вы нанесете сверху блер, будет, вот у этого крема будет ощущение, что вы нанесли какую-то сияющую базу под, какую-то сияющую базу, прямо будет такое ощущение вот на лице. И блер с этим сиянием не очень-то справляется. Так, морщинку. Морщинка, уходи. Я тебя не звала. То есть таким образом. Ой, какой кайф. Такое чувство, что я накопила кучу воды в себе. Хотя пила много. Обычно текают те, кто мало пьют. Я много пила. Я литра два, наверное, выпила. Ну, не выспалась капитально, спала, может быть, часа 3,5-4. Ну, 4 это максимум. То есть, таким вот образом. Ага, муж откуда-то вернулся. Так. Вот таким образом, значит, дневной крем. И он блестит. Блеск этот никуда не уходит. То есть, просто нанести дневной крем и пойти куда-то. Если вы нормально относитесь к такому чрезмерному блеску, то, в принципе, хорошо. Если вам не нравится, то вы как бы будете недовольны. Но скажу честно, что все SPF-ки, они дают такой вот блеск, потому что им нужно как-то светоотражать лучи от солнца. И они все вот такие вот блестящие. Что-то я как-то не знаю, но на своем опыте я не встречала матовых SPF. Следующий крем — это блер. Он немножечко, конечно, перекрывает блеск, но больше всего перекрыть блеск получится матовым средством. Вот таким вот от Faberlic, 6533 артикул. Я его, а нет, 6533, а тут 6349. Вот мой сейчас тон, потому что я давно никуда не ездила отдыхать. Такая вот уже еле-еле-еле душа в теле. Такая вот она. 6349. Пудра для лица. Vent and Dry Perfect Me. Вот. И эта пудра нормально зафиксирует. И не будет давать вот этого вот прямо блеска. Потому что сколько-то блер, вот этот блер, да, сколько-то он уберет блеска. И плюс пудра сколько-то уберет блеск. Так, значит, свидание — это тот момент, когда за фильтрами не спрячешься. Выглядеть надо идеально. Как вы вернули. Такие моменты тебя спасет крем для лица. Блюр. Так, значит, что тут есть? Ага, токоферол, витамин Е, который обеспечит антиоксидантную защиту, придает коже эластичность, уменьшает морщинки. Дальше эритритол и гиалуроновая кислота, которые увлажняют, восстанавливают водный баланс, делают кожу эластичной и гладкой. Экстракты суперрастений алоэ, годжи, сафоры и эхиноцеи питают, тонизируют, улучшают внешний вид и естественную защиту кожи, предотвращают первые признаки. Аннотация просто обалденная, артикул 1398. Давайте же будем наносить. Я его опять-таки накапаю. Вот он такого цвета. Я уже его вам показывала в обзоре. Да? Видите, такой какой-то цвет интересный. Но он практически на лице никак не проявляется. Ага. То есть он сейчас, такое ощущение, что просто превратится в нашу вторую кожу и все. То есть таким вот образом. Неплохо, неплохо. Вот, в принципе, и все. И вот видите, лицо выравнивается, прям значительно выравнивается, значительно становится свежее. Мне это средство понравилось. Конечно, оно не маскирует ни прыщик, ничего. Но замаскироваться хочется, да, вот я сейчас на свет смотрю, замаскироваться хочется совсем минимум. То есть вот эту вот, просто хочется убрать Т-зону и блеск.
блеск стал, как вы видите, тут у меня лампа, да, вот так, если посмотреть, блеск стал намного меньше, чем был, прям намного меньше, чем был, прям резко меньше, но он все-таки есть. И тут два выхода, да, тональный крем плюс пудра или просто пудра. Все равно что-то нужно делать. А по-другому, к сожалению, никак. Я с собой взяла такой вот Nude Illusion. Сейчас посмотрю, как оно впитается. Я всегда жду 15 минут. Наливаю себе чаек, кофеек, пью и жду 15 минут. То есть с утра, пока у меня идет уход, я никогда тональный крем с уходовыми средствами не смешиваю. Пока крем впитывается, хочу показать вид. Вид из окна. Вообще шикарнейший вид. Представляете? Какая красота! Да, мне очень понравилось. Ну, жалко, что тут стройка, но вдали вот это вот Москва-Сити просто прекрасно. Панорамные такие огромные окна и смотрится, конечно, здорово. И мой бардак. И кисточка из головы. Так, значит, берем с вами Nude Illusion тональный крем. Слежался в дорожке. Я думаю, вот столечка чуть-чуть хватит и на шею, и на лицо. Наверное, даже лишка будет. Артикул 6355. Он сначала белый. Сначала белый Nude Illusion. Но потом он превращается в тональный уже крем. Я просто подмаскирую. Он не сильно маскирует, получается, лицо. Но, опять-таки, мне хочется просто посмотреть, уберет ли этот тональный с пудрой вот этот блеск, который мне не хочется. Потому что сейчас вопрос с СПФ-кой стоит остро. Хочется СПФ-ку наносить, но вся СПФ-ка блестящая. И блестит так. Так вообще сильно, в принципе, да? И этот, кстати, тоже SPF-25, что самое интересное. Да. Поэтому прикольно получается. Ну, вот смотрите, меньше же стало, но все равно. Вот вживую уже намного меньше. Как бы, но все-таки поблескивает. Хочется матовости добавить. Угу. Ну, сегодня у меня легкий день. Завтра придется прям сильный такой макияж делать, потому что съемки будут. Но сегодня у меня и маску придется делать, и так далее. Блестка какая-то попалась. Сегодня просто живу. Может быть, пойдем еще в бассейн, не знаю. Виктория Антоновна точно пойдет. А я не знаю, пойду, не пойду. Ну, меньше, но все равно блестит. Все равно блестит. Получается, надо перекрывать лучше всего. Потому что Nude Illusion, он тоже SPF-25. И лучше всего перекрыть пудрой. И получится здорово. Так, смотрю, ровно ли нанесла. То у меня бывает. Либо щеку намажу, либо нет. Так, ну и поедем пудрочку. Вот видите, она сразу этот блеск прямо убирает. И ее незаметно на лице. Она прям клевая. Припудривает, освежает хорошо, потому что блестеть в возрасте 40 лет, это выглядит намного старше, я так считаю, потому что все выделяется сразу, все недостатки, все морщины, вся отечность, вся припухлость, все вот эти неровности, может быть, какие-то дырочки от прыщиков молодости на щечках, поры, в общем, все начинает так сильно выделяться, что я не люблю блестящую кожу, чтобы все лицо блестело, мне никогда не нравилось. Вот, поэтому, ну вот, как-то так. Ну, отлично. Мне даже не хочется после поезда наносить сюда что-то плотное, понимаете? Просто хочется еще прибавить пудру на веки. И все. Наоборот, хочется припудриться, и все, и больше ничего. Потому что синяков, как таковых, сильных я не наблюдаю. Да, они есть, но не сильные, мне на них наплевать. Как бы меня все устраивает. Ну вот, как-то так. Да, показала вам всю серию в Мискине. И могу сказать, что серия мне понравилась.
Я чувствую, что такого ухода кожи тоже не хватало. Мне понравилось. Эффект есть. Свежесть в лице тоже появилась. Значит, тут в составе есть то, что нету опять-таки в других кремах, из-за чего они, в принципе, все и разные. И чего-то вот не хватало. И вот будет дополнять сейчас уход за кожей. И мой очень маленький обзорчик. Итак, каталог пришел. Во-вторых, я заказала такие вот носочки классным мальчикам, как вложение еще дополнительное в подарок. Это носки-раскраски. Они идут с фломастерами. Фломастеры тканевые. С ними надо быть поосторожнее, за детьми следить, потому что они потом не смоются. Вот. И первый раз их обязательно стирать вручную, чтобы оно не окрасило. Носки 16-18 размер и артикул 53-816. Классные вообще носочки для классных пацанов. Веселых, суперских. Ну, вообще супер, в общем. Я думала, что же такое, ну, интересненько подарить. Ну, опять компания Faberlic угодила. Далее, патчи One Big Miracle. У меня закончились клевые и классные. Артикул 0948. Тут вы увидите видео, как я их накладываю. Они действительно стоят того, чтобы их приобрести. Классные. Прям хорошо так глазки выпрямляют. Далее, это классика уже 0946. Это не такая уж новинка, но патчи Океанум тоже мне нравится. Я беру и те, и другие, и третьи, потому что тут посмотрите, какой классный состав. Составы абсолютно разные, ухаживают абсолютно по-разному. И мне кажется, наша кожа, она любит питаться всем побольше, а не только чем-то одним. Поэтому сочетать одно с другим, заменять одно на другое, мне кажется, это очень-очень важно. Так, дальше пару масок взяла. Это маска Detox для лица с древесным углем. Очень классная маска, освежает, улучшает цвет лица, делает цвет лица просто суперским, ровным таким, гладким, приятным. Но она такая, знаете, маркая маска, хотя она очень хорошо лежит на лице, но она, видите, она такая вот черненькая, склизенькая, кто это слово не любит, но она реально склизенькая. И она очень хорошо лежит, и лицо прям цвет даже меняется. В общем, беру ее частенько перед какими-либо важными мероприятиями. Дальше Body иммуномодулятор Forte. Он идет с артикулом 156-79. Очень классный состав у них. Тут и дигидрокверцетин, и железо, витамин С, витамин D и так далее. Да? Бета-глюканы, куркума, перец черный и так далее. В общем, очень хороший состав. Рекомендую. Мой врач мне их порекомендовал. Так, что еще взяла? Один набор у меня сломался. И мне пришлось взять вот такой вот новый набор. Ага, тут было заклеено. Значит, это набор, работает на батарейках. Набор для маникюра и педикюра. Артикул 94-94. Очень нравился, но вот, не знаю, года 3-4 что-то не стала кнопочка нажиматься. Что-то он вообще сломался. Тут что есть в составе? Видите, да? Можете поставить на паузу, почитать. Тут немного, очень мало написано с обеих сторон. С обеих сторон, да, инструкция вот по применению. Медленно проведу, чтобы кто захочет, тот поставить на паузу и прочтет. Потому что набор реально стоящий, и пользовалась я им немало лет. Прям немало лет я им пользовалась. Не знаю, что случилось, сломался. Вставляете, получается, ну, он сейчас без батареек, конечно. Да, берете штучку, ага. Вставляете таким образом, нажимаете и пилите все, что угодно. Тут пилите, на каточке можно подпилить, остренькими сделать. В общем, все было здорово. Я бы даже одну вот эту штучку купила, просто без насадок. Она пластмассовая, идет легкая, хорошо брать дорогу. То, что она на батарейках, не требует зарядки, батарейки можно поменять. Далее закончился у меня вот такое вот средство. Это сыворотка восстанавливающая Blonde Icon. Как раз, кстати, сегодня уже дорасходовала. Она идет как восстанавливающая, артикул 2713. Но аннотация тут просто обалденная. Поэтому я прям с превеликим удовольствием всем ее рекомендую. Вот она такая вот хорошенькая. Так, сейчас будем долго это делать. Да? Вот такая вот сывороточка. Хорошенькая, прикольная. Хватает, кстати, надолго, даже на мои длиннющие волосы. Просто великолепно. Так, закончился у нас еще дезодорант для обуви освежающий. На сайте указано, что он еще и заодно кем антигрибковый. Он убивает все запахи на повал. Артикул 115-61. Классный дезодорант, классный. Очень много спас обуви. И очень много могло бы быть неприятных ситуаций, если бы не он. Поэтому, да, он у нас всегда есть.
Так, дальше. Монарда и витамин Е. Это противогрибковое средство для ухода за ногтями. Кто не знал. Тут идет масло монарды для ногтей и кутикулы. Экстракт монарды и также витамин Е. Что оно вообще делает? Когда вы его капаете себе на ноготок, это просто невероятно классная штучка. Вот вы себе капнули, втерли таким образом, и оно очень быстро высыхает. В поездке я его беру, он просто великолепен, и чувствуется, что ручки ухоженные, красивые, и с другой стороны, он высыхает до такой степени быстро, выравнивает вот эту вот кутикулку, что просто никаких претензий, там вопросов, еще чего-то не возникает. Предыдущее масло, оно все-таки надо подождать, повтирать, а это нет, оно мгновенно ухаживает, и этим самым меня и подкупило. Такая вот классная штучка. Дальше, конечно же, псилиум. Я его 100 раз вам показывала, но я его не заказывала, у меня упал автозаказ. И вот приехал артикул 157-64. И еще одни патчи, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Тоже мне очень-очень нравится, их тоже 60 штук, артикул 0916. Это уже патчи ICOL, тоже с очень крутой аннотацией. Они такие розовенькие, красивенькие, гламурные, хорошенькие. Они идут для тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз, поэтому тоже очень хорошо восстанавливают. Да, вот тут и изготовление, и состав. Очень-очень нравится. Я такие патчи, кстати, люблю дарить в подарок. Хороший, дорогой, суперский подарок. Ну что ж, все. В этом обзоре все.